Во всех налоговых инспекциях республики установлены специальные терминалы опроса. С их помощью налогоплательщик может оценить, как его обслужили – отлично, хорошо или плохо. Информация обо всех оценках по всем инспекциям поступает непосредственно в управление и будет анализироваться и использоваться в дальнейшей работе. Кроме того, для каждого налогоплательщика создаются условия для работы через интернет. Всего доступно на сайте налоговой инспекции 30 интернет-сервисов. Один из них новый – запись на прием в налоговую инспекцию. Каждый желающий может выбрать себе удобное время за 14 дней до запланированной даты. Еще одно новшество. Теперь и налоги можно оплачивать через терминалы Сбербанка, имея только номер своего ИНН. Раньше нужно было иметь платежный документ, чтобы ввести 15-значный индекс.